Четырехместный «Робинсон» весом меньше 700 килограммов. В прошлом году на такой машине пилот Михаил Фарих облетел вокруг планеты. Тысячи километров, часы за штурвалом и занесение в Книгу рекордов Гиннесса как результат одного из полетов. Но и вне путешествий вертолет может пригодиться. Если человек может себе позволить купить вертолет, то спорт – это, наверное, последнее, для чего его можно использовать. На дачу и сам Михаил летает иногда. Неплохой вариант для тех, кому вечные пробки надоели. Но для вертолета нужна посадочная площадка 15 на 15 метров и соседи, которых не будет раздражать шум двигателя. Есть и другие сложности. Минута полета на авиабензине стоит 100 рублей. Аренда спецангара для хранения от 30 тысяч в месяц, плюс текущие расходы. Каждые 50 часов налета – техобслуживание. Однако преимущества воздушного транспорта не купишь ни за какие деньги. Когда ты видишь планету глазами, которыми ее видят птицы, ну это замечательно, это создает в душе что-то непередаваемое, и ты летишь, ты свободен абсолютно. К тому же, говорит по секрету, управление вертолетом дает примерно тот же эффект, что и алкоголь, только безопаснее, мы подтверждаем. Дарья Московцева, Алексей Толстокулаков, новости Подмосковья.